спускается с небес печальный свет луны, божественной рукой дыхание природы и монастырский дух навек обручены. На древний валам по ладожским просторам несется катерок от питерской земли, а чайки над водой о чем-то вечном спорят. Приветливый причал виднеется вдали. На дивном берегу и маленьких, и взрослых встречают волны замшелою гурьбой. Все разбились, а я спешу на тихий остров, которому дано название святой. Я знаю, там в скале убогая пещера, блаженный инок в ней смиренно пребывал. И я иду туда с молитвою и верой, там для души моей начало всех начал. На ниточке льняной висит нательный крестик, стоит передо мной большой поклонный крест. Я верую, что мы в конце времен воскреснем, как и для нас Христос воистину воскрес. Я верую, что мы в конце времен воскреснем, как и для нас Христос воистину воскрес.